Every day I feel so free. Друзья, всем привет! Сегодня, как обычно, кратко и по делу. Ну что, как видите, курс биткоина у нас идет по запланированному сценарию. Я уже чувствую эти вот слезки хейтеров. Ну ладно, это, конечно, все шутки. Прежде чем поделюсь с вами соображениями по нынешней ситуации, хотел бы порекомендовать вам один канал. Это канал Степана Мостового, он будет у меня в третьей части лучших каналов. Но я хотел бы этот канал выделить. Парень живет в Китае, он делает очень годный контент. Благодаря его видосам я узнаю одним из первых, что происходит на рынке майнинга. Он делает тесты оборудования, он поставляет оборудование. В общем, это очень интересный канал, который я действительно советую вам к просмотру. Он выдает новости напрямую из Поднебесной, поэтому, думаю, вам будет очень интересно. Ссылку на его канал вы можете найти в описании. Теперь по биткоину. Смотрите сейчас, какая ситуация. Мы с вами пошли ровно до тех зон, которые планировали увидеть. Что сейчас я жду? Сейчас я хочу увидеть, будет ли от зоны 6200 у нас отскок, или мы уйдем в боковик. Потому что индикаторы на данный момент показывают, что падать еще есть куда. Немножко, но есть. Поэтому сегодня-завтра я запишу видео со своим окончательным мнением по этой ситуации. Пока что я хотел бы за ней понаблюдать. Также хотел бы обозначить довольно важную на данный момент зону. Это зона $6100. Опять же, будем ли мы от нее отталкиваться или у нас продолжится падение, надо смотреть чуть больше. Я хотел бы, чтобы на этой зоне биткоин, ну, консолидировался, это грубо сказать, хотя бы были какие-то предпосылки на закрепление около этой зоны. Теперь вопрос, который волнует многих. Покупать биткоин сейчас или нет? Смотрите, если вы покупаете его в плане инвестиций, определенно, да, можно вообще не париться, даже если будет просадка в зону 5500, но, разумеется, только если вам нервы позволят ее переждать. Но эта зона для закупа уже довольно неплохая. В плане торговли надо чуть-чуть посмотреть, как он себя будет вести. В общем, как-то так, времени вашего я больше отнимать не буду. Как видите, мы в очередной раз пришли туда, куда планировали. Ну, я думаю, это показатель. Я думаю, надо подписаться, ребят. Ну и поставить лайк, разумеется. В общем, у нас с вами все, как обычно, по красоте. Подписывайтесь, оставляйте свои мысли в комментариях. Работаем!